Ну что, ребят, продолжаем трэш, продолжаем выбивать. Уже с админ-панелькой зашел, потому что это просто аут. Минус 500к, и героя мы так и не выбили. Это просто жесть, я вам скажу. Я буду дико орать, если мы сейчас его очень быстро выбьем, хотя я в этом сомневаюсь, но попробуем. В любом случае, оно того не стоит. Можно будет его на английском сервере. Возможно... Я не исключаю, я не буду дальше его. Ну, это битва за... А, ну, вот он, наконец-то, Анубис у нас упал. Ты сами видите, игра скатывается, 13-й скилл. Вроде как бы и не топ, там он дает немножко прибавки, но я скажу вам, это реально бред полный. Ну, посмотрим. Чё жаловаться, посмотрим насчет гильдейской локации. У нас еще в гильдии ее не выставили. Что-то они спят. Атлант. Вообще дико не падает. Они офигели. Вот смотрите. Минус большой пак и нифига. Жесть. Ой, цирк. В принципе, может, и отдохнем. Так, что там у нас еще интересного есть на рынке? Стоящие. Зато будет куча плюх. Нам все равно надо будет качать дальше аккаунт. Мы качнем героя на максималку. Сегодня, конечно, плюхи не ахти, но... Поехали. Кстати, бонус что-то небольшой. Как обычно, они трешуют. Так, поехали дальше. Следующий заходик, второй. Заход номер два, ребят. Я, знаете, после таких роллингов реально не только у меня, у подписчиков тоже пропадает желание играть. Ну, хотя, в принципе, это один герой, но все равно... Если сравнивать с предыдущими выбиваниями, это просто жесть. Такое чувство, что его просто не добавили. Либо тупо мне за это захреначили, чтобы он просто не падал. Хотите сказать, что это не везение? Я не знаю уже, как это назвать. Падает все. Всякая срань. У меня не бомбит. Я просто выбираю. Да, смотрите, 25к, и скажите, что нам, ну, лазуля упал, да. Какой там третий по счету? Или четвертый уже? Это просто бред. Что там у нас сегодня есть, какие-то акции интересные. О, мега имбовые акции, две. Ладно, трешуем дальше. Жалко, паков сегодня нету интересных таких. Ну, в принципе, с другой стороны, мы хотя бы наберем кристаллов. Может, будем его качать, тестировать. О! Хочется посмотреть на эту имбушку уже. Думаю, вам тоже. Считайте, еще плюс 100к. 600. 600, и мы даже его не видели.
А потом напишут, не, ну, в принципе, Тайвань тут нормально, это на русском сервере могут написать, что награды были изменены. И он задонат. Извините, но он задонат. Но вроде там нормально все. Ой. Одни и те же герои, ребят. Первая наша обнова, где мы так трешуем. Ни слов, ребят. 5 землероек. 5. И ни одного героя нового. Вы что, офигели, тайванцы? Это вообще жесть. Вот Дракула. Хоть паладин упал. Анубис. Я, честно говоря, в шоке, сколько мы всяких героев выбили. Хотя, в принципе, чё жаловаться? Это ж рандомчик. Шанс... 0-0-0-0-0-0, не знаю какой. Либо вообще просто тупо завтыкали включить его. После таких роллингов просто понимаешь, что... Что нафиг эту битву замков? Лучше мороженого съесть. Малышник. Наверное, надо ролить заторможенно. Мы слишком быстро ролим и пропускаем его. Космо, я уже не помню, какой там по счету. Это жесть. Это нереальная жесть, ребят. Что тут сказать? Напишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Но это просто трэш. Полный дикий. Сколько у нас там получилось? Опять минус 100, да? Ну, зато ресурса будет дохрена. Будем жировать опять. Знаете, лучше был бы он донатным. Было бы веселее. Так, поехали. Сейчас надо почистить склад. Собрать плюшечки. Блин. Целый час практически убил на роллинг этого дебильного героя. Я не знаю, может он там мега будет крутой. Но это просто жесть. Места не хватает. Да ты шо? Места не хватает. Это жесть. Итого еще 125. 625, ребят. 625. Это же выше всяких похвал. Рогатка. Нафига мне рогатка? Дайте мне этого героя. Уже запарили, уже эти герои вымораживают. То чувство, когда он просто не падает. Влад Дракула.
Неужто настолько имбовый герой? Плант Вориор. Сука, вымораживают уже эти вориоры. Зато музончик нормальный. Короче, ждите еще видосика, что я могу сказать. С вас лайки, ребят, это просто жесть. Это просто аут полный. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.